Жительница Карелии поделилась в соцсетях видео, на котором два лося вышли на дорогу перед идущим транспортом. По словам автора Натальи Шам, встреча произошла в Сартовальском районе в 5 километрах от поселка Вертеля. Судя по видео, к людям вышла лосиха с лосенком. Автомобили на трассе остановились, чтобы пропустить животных. Тем временем лоси перешли дорогу и скрылись в лесу.